Привет, друзья! Находитесь вы на канале отдыха Тадая. С вами, как всегда, Ксюша. Привет! Александр. Ну что, позавтракали мы, в общем. И сейчас будем двигаться на моречко. Мы отдыхаем в Кургаде в отеле Swiss Inn Resort. 5 звезд. Да, он находится на первой береговой линии. В общем, сейчас все покажем и, собственно говоря, расскажем. Ребята, ну сразу забегая наперед, по поводу того, стоит ли ехать на отдых в декабре, однозначно говорю, стоит. Потому что декабрь — это зимний месяц, это первый месяц зимы, и погода, которая у нас, она кардинально отличается от погоды, которая в Египте. Да, в Египте не такая жара, как в сезон, скажем так. Вот как летом, как в сезон. Температура моря сколько? Температура моря где-то 24-25 градусов. 24-25 градусов. 23-24-25. Я бы назвала так. Если вы идете купаться с утра, то это где-то 23. Вот, потом уже туда ближе к обеду она поднимается до 25, после обеда 25 стабильно в декабре температура моря есть. В теме отдыха в декабре однозначно стоит лететь, потому что у нас, как ни крути, у нас идет сколько? Минус 5, это самое теплое, а здесь идет плюс 27, это самое теплое. Ну, разницу вы понимаете, да? Да. В общем, значит, прошли мы только что подогреваемый бассейн. Ребята, подогреваемый бассейн в этом отеле хороший. Да, он один, но он хороший. Да, но он глубокий. Он делится на две зоны. Одна зона для деток, вторая зона для взрослых. Там, где горки, это для взрослых, но также и для деток он тоже подойдет, потому что там такой вот каскадный, да, какой-то. Да, ход. Да. Значит, что я обратил внимание, что в этом отеле комаров нет. Кстати, да, ребята, в этом отеле комаров нет. Я считаю, что отели, где нет комаров, соответственно, их травят, это хорошие отели. Да, да. Вот, не заморачиваешься по поводу брать с собой, лучше берите раптор с собой обязательно. Фумигатор, да. Все равно. Как ты говорил, он бережет от комаров. Фумигатор бережет. Фумигатор бережет, да, он не помешает. Поэтому в этом отеле я, по крайней мере, комаров не видела. Смотрите, какая красота перед нами открывается. Ребят, ну как можно не полететь в декабре в Египет? Посмотрите, вы попадаете в другой мир, в другое, скажем так, такую вселенную, да, в другую измерение. Другое. Сказку 12 месяцев. Да, сказку. Доброе... Добрый день, добрый день. Добрый день, я хочу. Отлично. Супер. Вообще отлично. Так, ребята, вот здесь есть, значит, душевые кабинки, где можно ноги ополоснуть. В общем, детский кидс уголок. Напоминаем, это первая береговая линия. Да, песчаный здесь у нас пляжик. У кого вот номера будут выходить прямо на море, это вообще кайф, буквально пару метров, и вы на моречке, на первой береговой, здесь лагуна. Ну, мне наш номер больше нравится за счет того, что он находится посередине. Да. Значит, близко и до пляжа, и до основного корпуса, до ресторана. Так, ну, свободных шезлонгов, да, много. Смотрите, в чем преимущество данного отеля? И в чем преимущество Кургады, отдыха в Кургаде в декабре? Здесь нету, ребята, это я назову, это реально преимущество, потому что здесь нету такого количества, такого наплыва отдыхающих, как в Шарм-эль-Шейхе. И ни в коем случае не нужно бежать, занимать шезлонги с утра, там в 5-6 утра просыпаться не нужно. Не нужно бежать. Здесь вы не на голове друг у дружки. Здесь вот именно в Кургаде
Ребят, вот честно, в Хургаде в декабре можно действительно, знаете, вот как говорится, я хочу полететь в Египет, отдохнуть от работы, отдохнуть просто перезагрузиться. Отдохнуть от суеты, от города, от работы, не знаю, там вот чего-то там еще, просто порелаксовать в тишине, в спокойствии, с морем. И Хургада в декабре месяце вам это может предоставить. Причем предоставить на все 200%. Ребят, вот честно, здесь мы действительно, вот с Александром мы отдыхаем, мы не только снимаем для вас влоги. Прошу прощения, это уже максимальный уровень. Да, мы здесь Даже Сири с нами согласна. Мы здесь отдыхаем, мы здесь просто кайфуем, релаксуем, потому что первая береговая, море для нас шикарное, 24 градуса, 23-25, плюс в декабре море. Ребят, ну это кайф, я даже себе представить не могу, как мы будем возвращаться вообще в холодный Киев. И не надо об этом думать, давай раздеваться и купаться. Ребята, здесь джинтоник делают с шварцем бутылка. Вот, все бутылочное, почти бутылочное, ставим автор бутылочный. Так, друзья, есть такой один немаловажный факт. В общем, нам при заселении выдали документ, в котором было четко указано, что если полотенце без отдыхающего на пляже, на шезлонге лежит больше 45 минут, а вы тем временем не находитесь в море, не находитесь на баре, то сотрудник, значит, работник на пляже забирает данное полотенце. Если свыше 45 минут, вас нет на месте отдыха. Так, ребятки, смотрите, сколько с детьми маленькими. А это уже показатель. Ой, водичка прохладненькая. В общем, да. Я, ребята, сейчас вам покажу самый лучший способ, как избавиться от мучительного входа. Ой, вот так вот. Я вот честно скажу, ребят, я очень завидую вот этому способу Александру. Александра, потому что я так сделать не могу. Вот не могу и все, мне нужно постоять. Адаптироваться, привыкнуть, только потом. Ой, кайф. Зачем себя мучать, когда можно уже получать удовольствие? Ну, ты знаешь, я себя абсолютно не мучаю в Красном море. Даже вообще ни разу. Ой, меня уносит в открытое море, помогите. Открытое, красиво. Да, кстати, здесь лагуна. Здесь открытое море чуть дальше. Но до него тоже можно дойти. Там, где яхты, туда можно пройти. Но мы любим получать удовольствие от купания и в лагуне. Класс, конечно. Моречка, декабрь. Просто масса удовольствия. Ребята, вам не передать это все словами. Посмотрите, мы уже показываем. Плавненько нырнула. В общем, какая сейчас погода? А погода сейчас, несмотря на то, что вроде бы пасмурно, но светит солнце. Вот, можно загорать. Ну, мне эта погода, даже не смотрите на то, что такое легкое солнце, и вы не загорите. Ребята, вы еще и обгорите. Да, вы еще можете очень даже сгореть, так что нужно обязательно с собой брать крема, средства для загара, от загара. Да. Поэтому даже не переживайте и не думайте, как и что. Мне кажется, что как раз... Значит, вот по Александру, по цвету его кожи, все четенько видно. Кто негро? Мне, ребята, хочется также сказать то, что вот как раз таки в декабре, в зимнем отдыхе в Египте нужно обязательно брать с собой крема, обязательно, потому что вот такой стереотип, что солнце не такое пекучее, не такая жара в Египте, нет, на самом деле вы просто вот можете идти под солнцем, а вы уже горите. Лежите на шезлонге, вроде дует ветерок, думаете, да, ветерок, такой прям жары нету, а в это время вы горите. То есть нужно обязательно пользоваться кремами от загара. Для загара и от загара. Да. Так, ребята, что касается глубины в данной лагуне, кто рассматривает отдых в целом, не только в Хургаде, а именно конкретно в данном отеле Swiss Inn Resort 5 звезд, то скажу так, на где-то расстоянии
где-то 5-7 метров уже до дна не достаешь ногами. Здесь лагуна, вот мне лагуна в Swiss Inn 5 звезд нравится больше, чем в Дани Бич. Лагуна в Дани Бич, да. Да. Как бы это ни звучало, не знаю, может для кого как-то... Ну, самая классная лагуна, конечно же, это Королевская лагуна, в Альбатрос Цитадель. Да, Саху-Хашиш. Ну, это, конечно, да, и... там волнорезы, там вообще, там совершенно другая лагуна, но она по-своему классная. Она но... очень идеально подходит для зимнего отдыха. В чем преимущество от отдыха, тоже вот хочется поднять тему, как подбирая отель, да, вот для зимнего отдыха в самой Хургаде. Вот, тоже, выбирая отели с лагунами, вы получаете возможность купаться независимо от ветров, так как да. Если есть ветра, то открытое море все-таки вешает флаг и закрывают входы. И за счет этого во время ветров вы не можете просто пойти, когда вам хочется покупаться. Лагуны — это совершенно другое дело. Вот даже к сравнению, мы берем отель Тропитель Сахал-Хашиш, когда мы отдыхали в феврале месяце, и был горячая. Сильный ветер. В общем, там есть два входа. Один вход в лагуну с пирса и один вход в открытое море с того же пирса. Вот. И когда был просто нереально сильный ветер, то мы купались в лагуне приспокойненько, без всяких заморочек. При этом, при всем, в открытое море зайти просто было не было возможности, да, потому что было закрыто. И хочется отметить, что расстояние от входа в лагуну до входа в открытое море составляло около 15 метров. И, ребята, также хочется отметить то, что тогда как раз-таки был циклон, был реально циклон, с пирса сносило, просто с ног сносило, а в лагуне мы, насколько для нас самых это было какое-то открытие, был какой-то шок, насколько теплая вода, она была теплая вода в лагуне. Да, поэтому, подбирая отели в зимнее время года для отдыха, все-таки рассматривайте отели вот с вот такими вот лагунами, потому что это все-таки является преимуществом. Ну и не только. В районе Сахал-Хашиш, если вы его будете подбирать, там очень много отелей высокого уровня, действительно высочайшего уровня. И те, кто считает, что в Хургаде рифа нет, очень удивятся, побывав именно в отелях Сахал-Хашишах. Да. Просто шикарный отель. Мы его от себя рекомендуем на все 200%. Отель шикарный, территория небольшая, но территория насколько красивая, компактная, но... Значит, продолжаем разговор о погоде. И сейчас температура воды уже комфортна для моего тела. Тело адаптировалось, и получаю массу удовольствия, просто плавая. И вот когда вы... Тоже наш вам совет, независимо, вот особенно, даже вот особенно, если есть ветер, если нет ветра, все-таки можно и плавненько заходить, но если есть сильные ветра, лагуна доступна для купания, и вы хотите без всяких вот нервотрепательств, то лучше сразу даже не заходите, а забегайте и ныряйте побыстрее. Вот. И еще хочется также добавить то, что нет разницы, какая там температура в декабре, в январе, в феврале. Все мы понимаем, что она идет до 25 в декабре и до 24-23 январь-февраль. Вот. Но, тем не менее, все мы понимаем, куда мы летим. Все-таки зимнее время, да, и... Как видите, мы отдыхали в Египте и в январе, отдыхаем и в декабре. Заходы, конечно, нелегкие, заходы тяжеловаты, но тело адаптируется и прекрасно проводим время в Красном море. Да, в общем, какие отели находятся по соседству? Значит, вот с той стороны какой-то хороший отель, вот я вижу, расположен. С правой стороны находится у нас, значит, по-моему, Континенталь. Точно знаю, там дальше находятся Альдау, у которых мы уже отдыхали. Отдыхали мы
в Штагенберг Аквамэджик и пользовались пляжем Альдау. И, собственно говоря, хочется сказать, что если вот даже сравнивать пляжи этих двух отелей, да, которые, в принципе, находятся в близком соседстве, мне эта лагуна больше нравится, она глубже, чем там. Да. И тут как-то песок такой более, я не знаю почему, мне кажется, тут песочек так помягче. Там, когда при входе, немножко ноги прогрузают. Да. И что хочется, еще раз повторюсь, то, что, значит, мне данная лагуна даже понравилась больше, чем в Штайгенберге. Именно Pure Life, именно той части, ой, в Aquamagic, именно вот его часть на пляже. Там более мелко, но для отдыха с детьми там, наверное, более идеальный, конечно же, пляж, чем здесь. Но для вот уже такого вот, более такого поколения, скажем, нашего возраста и более старшего, то этот пляж будет более удобен и получите больше удовольствия. В общем, смотрите, покажу вам еще раз атмосферу, которая царит вокруг. Уже начинается обед, но мы вам уже достаточно показали питание в этом отеле, поэтому будем себе спокойно просто кушать. Заканчивая сегодняшнее видео, вам спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока!